Привет! Сегодня готовим запеканку из макарон «Ленивая жена». И в самом начале нарезаем колбасу на небольшие куски. Можно смешать разную – вареную, копченую или полукопченую. От этого вкус станет только насыщеннее. Измельчаем чеснок с помощью ножа или пропускаем его через пресс. На крупной терке натираем любой твердый сыр. В глубокую миску разбиваем 2 яйца. Добавляем соль, куркуму, перец и перемешиваем. Наливаем воду, молоко. Чеснок и снова перемешиваем. В форму для запекания высыпаем сухие макароны. Сверху равномерно распределяем колбасу. Выливаем заливку в макароны и посыпаем твердым сыром. Накрываем блюдо фольгой и запекаем 40 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. По прошествии времени снимаем фольгу и готовим еще 10 минут до румяной корочки. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока-пока.